Скажем проще, должна быть попса. А тут все те, что мы все заматы, все мы. На бодаться, на мамы. Это хитно, да, не давай. Стоп!
Денис четвертый, но тебе четыре. Ну что, дорогие друзья, я рада приветствовать вас на творческом конкурсе. Ты бухгалтер Фокси Умаш. Итак, видеоблогер, видеооператор, туслета, видеорежиссер. Итак, Серба Валерий Николаевич. Лауреат международных всероссийских конкурсов, солист Дома Корабела Варфоломеев Роман. А также начальник бюро НАТИС. Итак, дорогие друзья, дальше представляю независимый эксперт и очень замечательный человек Эмма Игнатьева. Замечательно. Наша незаменимая медсестра по глазкам марлевой повязки, министр здравоохранения Фокси Умаш. 32-й сезон обслуживает наш турслет. Это наша Людмила Ивановская. Итак, дорогие друзья, ну и я хочу сказать, что я тоже как бы член жюри. Ну, я режиссер массовых мероприятий, ведущая Фокси Умаш. Ну, веду рубрику «Спортивные новости». Вы, наверное, знаете, слышали по радио. Я все новости освещаю по нашему заводскому радио. Меня зовут Елена Попова. Итак, дорогие друзья, мы начинаем наш конкурс. Я думаю, что наши жюри будут смотреть и актерское мастерство. Внеземным туризмом. Итак, смотрите, «Звездные войны», эпизод 89. Штурвал наносит ответный удар. Эй, поймай волну. Первый, мы зачем полетели в этот космос? Нам что, земного туризма было мало? Тут даже палатку некуда поставить. Зато в невесомости рюкзак ничего не весит. Только вот незадача. Третий день костер разжечь не могу никак. Хьюстон, у нас проблемы. У нас обнаружена внеземная форма жизни. Спокойно, друзья. Это гуманоид. Он хороший парень. Ремонточка, пожалуйста. Ну когда же за нами прилетит ракета? Ракета! А, вот она! И увезет нас домой! Здорово, ракета! Как бодрость духа? Отлично! А как вам космический туризм? О, вообще зашибись! Сейчас мы тебе все расскажем! Диджей, трек номер 2, пожалуйста! Диджей на спину плей! Погромчей! Серый вечер обычной субботы, а лес, палатки, гитары, костры. Тухло было на этом турслете, но внезапно приехали мы. В лес ходить стало скучно и просто. Он давно вторым домом нам стал и решила отправить.
штурвал, штурвал! Мусор, пойдем с нами. Ты идешь как королева и глядишь куда-то вдаль. Оглянулся, посмотрел и улыбнулся, не заметила его жаль. Макияж сегодня клёвый, губы, стрелки и глаза. Они сегодня с полной поволокой, и ты спусти готова тормоза. А ты просто девочка лето, ты просто девочка гроза. Ничего не знаешь и не понимаешь, но от жизни хочется сполна. Ты просто девочка лета, ты просто девочка гроза. Ничего не понимаешь и не понимаешь, но от жизни хочется сполна. И наивных пацанов смотрят вслед таким красивым королевам, не пытаются найти свою любовь. А ты просто девочка лета, ты просто девочка гроза. Ничего не знаешь и не понимаешь, но от жизни хочется сполна. Ты просто девочка лета, ты просто девочка гроза. Ничего не знаешь и не понимаешь, но от жизни хочется сполна. Ты просто девочка лета, ты просто девочка гроза. Ничего не знаешь и не понимаешь, но от жизни хочется сполна. Туристы – это люди, которые любят ходить в походы, чтобы насладиться природой, стать сильными, смелыми, выносливыми. Мы тут в соседнем лесу поймали несколько, и теперь представим им вашему вниманию. Выводите!
Обратите внимание на Ивана Петровича. Иван Петрович, обернитесь, пожалуйста, к зрителям. Видите этот огромный мешок? Называется рюкзак. Для чего же он нужен? Он до сих пор не пришел. Туристы обычно на несколько дней ходят в лес, в горы, приходится ночевать. Что же для этого нужно? Посмотрим. Так, палатка. Это палатка, разве не палатка? Спальный мешок. Карта. Компас. Сухой паёк. Иван Петрович, по сути все верно? Все правильно, поляна накрыта. Но в основном туристы передвигаются пешком. Но бывает, что и на лыжах. На лодках. Велосипедах. Сейчас. Велосипедах. Туристы любят пускаться в пляс. Нет. Опан, Gangnam Style. Но еще есть любимое занятие у туристов. Это ночью покушать у костра. Рассказывать друг другу страшилки. Ну вот, к примеру, потерялась в джунглях группа русских туристов. Не, ну их правда нашли. По матерящимся попугаям. Одна женщина купила черные-черные шторы и принесла их домой. И сказала дочке: не вешай их, вечером вместе повесим. Но девочка не послушала маму и повесила шторы. А они совершенно не подошли к интерьеру комнаты. Привычный дом. Любим песни, шутки, смех. Наш костер горит из креста. Согреваем теплом всех. Самое-то главное, турист после себя всегда заливает костер. Это очень кстати, между прочим. Следите сегодня ночью, чтобы не подгореть. Снова сосновку до второго тут видеть. Знакомых много и в черных все. А мы-то не такие, у нас носки цветные, и даже у Сереги отличный экспонат. Мы на тур слетена, и восхитительных нас, как мы на тур слетена, и в разноцветных стенах, как мы на тур слетена. И в разноцветных стенах, как мы на тур слетена, и даже в шерстяных носках.
собирали, друг другу помогали. И Саша всем сказала, панамки надо брать. Но мы-то забыть панамки. Все не страшно, ведь главное носки. Мы на тур съедем, и в разноцветных стенах. Мы на тур съедем, и в восхитительных мыслях. Мы на тур съедем, и в офигительных носках. Мы на тур съедем, и даже в шерстяных носках. Дорога в палатке у Сереги дала носки потрогать. Ведь это новый тренд. Теперь на дискотеке танцуем в этом тренде. Веселеньких носочках отличный Happy End. Мы на тур сядем, и в восхитительных носках. Мы на тур сядем, и в разноцветных носках. Мы на тур сядем, и даже в шерстяных носках. Команда «Движок», аплодисменты им!